Общая протяженность дорог в Самаре более 1000 километров. В этом году от снега их будут очищать более 300 машин. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода. Техника, вся техосмотр прошла, готова полностью к работе к зиме, подготовлены, поэтому особых как бы опасений по обслуживанию техники у нас нет. Я думаю, мы по опыту прошлого года, в принципе, с этим количеством техники справлялись. Все необходимые регламентные работы были проведены в срок, 70% техники уже подготовлено к работе в зимних условиях, оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Но это связано с тем, что пока еще идет такой сухой сезон, и переобувать с летнего содержания на зимнее пока нецелесообразно. Закуплено достаточное количество песчано-соляной смеси, химических реагентов. Я тоже напомню, что мы последовательно переходим из года в год на использование химических реагентов на большей территории города. Это приводит к уменьшению пыли, к уменьшению грязи. Оснащенность дорожной техникой год от года увеличивается. На городских улицах появляются современные дорожные машины и оборудование. Только в 2015 году было закуплено 64 единицы. Среди них комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Техника всесезонная со сменным оборудованием. В феврале-марте 2018 года в Самаре заработает снегоплавильный завод. Это позволит сэкономить деньги и благоприятно отразиться на экологии города.